сказать, я думаю, что противостояние Вархударяна и Вагабова, по исход может быть для меня интересен. Июля в Краснодаре пройдет турнир AMC Fight Night 113. Его возглавит чемпионский бой между действующим обладателем титула Вагабом Вагабовым и претендентом Давидом Вархударяном. Вы можете подогреть это событие вместе с партнером канала MLBet. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии и получите удвоенный депозит по промокоду BUDNY55. На пресс-конференции, приуроченной к предстоящему турниру, первый номер рейтинга 84 кг Артур Алибулатов обратился к Камилу Гаджиеву с вопросом касательно боя с действующим чемпионом этого дивизиона Владимиром Минеевым. На что глава лиги ответил, что для него предпочтительнее дать эту возможность Шарабудину Магомедову, он же Шарабулит. А в крайнем случае, если волжанин не выйдет в клетку до конца года, разыграть временный пояс между Шарой и Артуром. Эту идею поддержал и Вагаб Вагабов. Данное обсуждение подхватил сам Владимир и записал следующее видеообращение у себя в соцсетях. Привет, друзья! Недавно наткнулся в сети на диалог между Алибулатовым и Гаджиевым о том, что нужно сделать, чтобы подраться за титул с Владимиром Минеевым. Кто больше достоин титульного противостояния, Алибулатов или Шарабулит? На мой взгляд, это два хороших, очень ярких бойца, но ни за одним, ни за другим нету денежной составляющей. Не стоит за этими людьми человек, который готов будет выложить крупную сумму, которая заинтересует меня, чтобы провести поединок. Что дальше? Знаете, я думаю, что противостояние Вархударяна и Вагабова по исход может быть для меня интересен. Ну, исходя из последнего боя Вагаба, мне кажется, у Вархударяна чуть-чуть больше шансов, и его соотечественники сделают все, чтобы увидеть наш бой. И тут дело вмешался Вагабов, отметив, что на данный момент для него Минеев абсолютно не интересен. Но не могу не напомнить их историю месячной давности. Когда у Вовы сорвался бой с Тимуром Никулиным, первый рассматривал потенциальный поединок с Вагабом, и тогда чемпион полутяжелого веса сказал, цитирую, «Меня цепляет его интерес провести наш бой. Вова, давай сначала я разберусь с Димой сейчас, а после 11 июня мы с тобой пообщаемся». Да, это было до сокрушительного поражения от Кудряшова, да и разговор шел про поединок по правилам бокса, но факт остается фактом. Не знаю, что побудило Вагабова поменять решение, возможно, крайний его бой вынудил пересмотреть свой вектор направления, ведь как-никак многие уже давно ждут их противостояния. На фоне уже продолжительного простоя Владимира хотел бы узнать ваше мнение, какой бой вы рассматриваете для Минеева на текущее время? Напишите об этом в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.